Погружной блендер – это компактный кухонный помощник, который значительно облегчает приготовление различных пюре, крем-супов, соусов и коктейлей. Его задача – взбивать однородную массу и измельчать зелень и фрукты. Мощность влияет на качество и скорость обработки продуктов. Для приготовления мягких продуктов, фруктового пюре и молочного коктейля хватит 120-400 Вт. Для измельчения сырых овощей и фруктов, а также для перемалывания орехов и сухофруктов понадобится 400-800 Вт. Чтобы измельчить замороженные ягоды и грибы или наколоть лед, необходимо 800 тысяч Вт. Если требуется очень высокая скорость взбивания и измельчения, то стоит присмотреться к мощности свыше 1000 Вт. Помните, чем мощнее мотор, тем тяжелее блендер. От количества скоростей зависит удобство использования прибора. Для простых операций, таких как перемешивание напитков, достаточно до 5 уровней. Оптимальный вариант для большинства домашних задач – это 5-10 скоростей. Для приготовления сложных блюд, где требуется последовательность низких и высоких оборотов, понадобится от 10 скоростей. С плавной регулировкой переключение между режимами будет удобнее. Основная насадка подходит для приготовления фруктовых и овощных пюре, коктейлей и смузи. Как правило, она имеет несъемный нож. Венчик для взбивания предназначен для замешивания жидкого теста, взбивания сливок, яиц, а также для приготовления кремов. Насадка комбайн – это чаша с лезвиями для быстрой нарезки продуктов. Лезвия могут быть различных видов, например, для нарезки кубиками или картофеля фри. Измельчитель – это уменьшенная версия насадки комбайна с ножом на дне. Предназначен для измельчения специй, шоколада, орехов, зелени и чеснока. Насадка для картофельного пюре схожа с основной, но имеет более широкий нож, а также небольшие отверстия, чтобы при надавливании пюре выходило наружу. Турборежим включает максимальную скорость одним нажатием. Отлично подходит для взбивания масла или для придачи особой пышности смешиваемым продуктам. В импульсном режиме блендер работает рывками. Такой режим необходим, чтобы устройство не перегрелось при обработке твердых продуктов и колки льда. Погружная часть, выполненная из пластика, со временем царапается, затирается и покрывается несмываемыми пятнами от цвета продуктов. Пластик может впитывать запахи и жир продуктов. Насадки из нержавеющей стали имеют высокую прочность, легко моются и долго сохраняют безупречный внешний вид. Пластиковый корпус практичный и легкий. Металл выглядит стильно, но весит больше, чем пластик. И тот, и другой могут выскальзывать из рук. Модели с резиновыми накладками лишены этого недостатка. Теперь вы можете подобрать нужный именно вам погружной блендер. С вами был ДНС. До встречи!